жена Ирфана Кхана Сутапа Сикдар. Несомненно, этот всемирно известный актер женился на писательнице Сутапе Сикдар в 1995 году. Пара познакомилась во время своего предприятия в Национальной школе драмы и влюбились друг в друга. Сутапа Сикдар – сценарист в Болливуде, в то время как ее муж, всемирно известный актер, получил высокую оценку за свою работу. Супруги являются гордыми родителями двух сыновей. Жена Джона Абрахама – Прия Ранчал. Джон Абрахам разбил много сердец, когда женился, после почти 10-летнего знакомства с болливудской актрисой Бипашой Басу. Джон Абрахам расстался с ней, затем он познакомился с Прией, инвестиционным банкиром и финансовым аналитиком из США. Говорят, что дуэт познакомился через общих друзей в 2010 году. Она всегда поддерживала Джона и все же держалась подальше от внимания СМИ. Жена Эмрана Хашми, Парвин Шахани. Парвин Шахани вышла замуж за Имрана Хашми в 2006 году, после почти 6,5 лет ухаживания. Она работает учительницей в дошкольном учреждении. Она всегда была рядом с ним, несмотря ни на что, и все же держалась подальше от всеобщего внимания. Эта красивая пара приветствовала здорового мальчика Аяна в 2010 году. Во время борьбы их сына с раком и Имран, и Парвин стояли друг перед другом, как столпы силы. Жена Вивека Оберой, Приянка Альва Оберой. Вивек Оберой – звезда с милой улыбкой, трогательной челкой и приятным голосом. Добросердечный парень, который верит в молчаливые движения к своей цели. Имеет прекрасную жизнь дома. Несмотря на то, что звезда уже некоторое время отсутствует на экране, люди обожают его за его работу. Женатый на Приянке Альве, дочери министра Карнатаки, Вивек известен как любящий муж и любящий отец. Супруги приветствовали дочь в апреле 2015 года, Амая Нирвана, а также являются гордыми родителями двухлетнего сына Вивана Вира. Вдали от камер звезда пытается дать нормальную жизнь своей жене и детям. Шарман Джоши женат на Прерне Чопре, дочери актера-ветерана Према Чопры. Несмотря на то, что она из звездной семьи, Прерну редко видели в центре внимания. Поскольку ее муж и отец являются громкими именами в индустрии, девушка предпочитает держаться подальше от камеры и верит в то, что ее муж будет держать вдали от СМИ. Жена Сахайл Хана, Сима Сачдев, редко появляется в средствах массовой информации, хотя они женаты с 1998 года. Когда ее семья отказалась выдать ее замуж за Сахайла, у них не было другого выбора, кроме как сбежать. В совершенно болливудском стиле. Однако позже семья Сахайла приняла их, и у супругов родилось двое детей – Нирван и Йохан. Навазуддин Сиддики и Анджали Сиддики. Он один из лучших актеров в Болливуде, известный своей актерской игрой. Любовная жизнь Навазуддина довольно интересна. Он был в постоянных отношениях с Анджали, но их пути разошлись. Наваз женился на другой женщине, и этот брак вскоре распался. После того, как его первый брак потерпел неудачу, он встретил Анджали и понял, что Анджали единственная для него, и женился на ней. Она даже сменила свое имя на Зейнаб во время их никаха. Говинда и Сунита Ахуджа. Говинда встретил Суниту на свадьбе родственников. Говинда жил у своего дяди, куда Сунита часто приходила повидаться с сестрой. Одни приязни друг другу до влюбленности друг друга один шаг. Их брак по любви и договоренности состоялся в 1987 году. Его жена была опорой для него и его семьи. Его мать любила Суниту как родную дочь. Они даже снова дали 7 обетов на 25-ю годовщину своей свадьбы. Сани Диол и Пуджа Диол. О жене Сани Диол известно не так уж и много, но мы все знаем, что она стесняется камеры и предпочитает держаться подальше от центра внимания. Пуджа из Соединенного Королевства, и это был брак по договоренности. Они встретились, понравились друг другу и решили вступить в священный брак простым и традиционным способом. Однажды Сани признался, что его жена интроверт и решила держаться подальше от центра внимания, как и его мама. Бобби Диол и Таня Диол. В отличие от своего старшего брата, Бобби Диол был женат по любви со своей девушкой Таней, с которой он познакомился в ресторане и влюбился в нее. У Тани и Бобби была традиционная свадьба в 1996 году, и они благословены двумя сыновьями.
Его жена – дизайнер мебели по профессии и любит держаться подальше от центра внимания.